на території. І моє конституційне право провести пікет. Ніхто не має права мене захищати. І так, звісно, я поки мотивую заявлення прокуратури міста. В количестве 10 штук. Я требую от прокурора города принять меры законного реагирования по фактам, изложенным в моих заявлениях, при необходимости возбудить уголовные дела, принести протест на действия должностных лиц, вынести постановление о возбуждении административного, дисциплинарного, при необходимости уголовного производства по фактам нарушения закона должностными лицами.